Вот у нас сегодня завтрак на пасхальной неделе. Березовый сок, я его добавляю. Это батюшка привез, прошлогодний еще. Нет, нынешний. Прошлогодний, да? Да. И вот теперь я потер от рук, сначала прямо, потом наискосок, прямо наискосок, чтобы... И теперь вот так. Она чистая получается. Ну. А это потом еще на ней налипнет в отдельную. Так. А этот, чтобы размочить, я вот туда раз. И все. Так. Вот хлеба у нас сколько? Володя каждую субботу стряпает из своей муки. Вторник. Виноват. Вот какие хлебушки. Красота какая. Это вот Владимир Александрович сам. Смотри, сколько есть. А отдельно я люблю лепешки у него. Это вот я обрезала по краям. Вот 3 пальца толщина лепешки. Вот она какая. Как она выглядит. Вот это ее обрезали, она круглая. Она круглой была, да, я вот эти отрезал, чтобы мне так удобнее было. Он мне отдает целиком. Но я, который уже, знаете, вот опускаю тут березовый сок, чтобы размокли. Вот так. А это вот сегодня сам, морковка большая. В ладони умещается и до локтя не достает. Это получается около 10 минут прошло. Да, 10 минут. Вот так. Далее. Мне особый нужно теперь завтрак давать. Неладно, что-то посчитали. Вот капусту свежую покупают, и он ее нарезает, а потом через этот пропускает мясорубка. А это купили моего. Своей рыбы, которая была у нас карась, уже нету. Была еще там другое. На Пасху из Потеряевки прислали, племянники привезли. Не племянники, а внучатки. Творог. Оттуда это? Да. Так, молоко. Тут у нас свой, в общине Андрей, держит коров. Ну и вот, ну, у меня вот такая голова. Не одна. Молоко, сметана готовая. Да, уже простокваша. Сейчас. Простокваша. Простокиша. В соседней деревне наш пасечник, живший когда-то в Потеряевке, Шерстобитов Геннадий Павлович. Это сколько стоит? Это 3-литровая банка стоит. 1000. Ну, 1000 рублей. Видите как? Это на завтрак. Мы такое имеем. Ну и купили вот мне специально. Я их зернышки вытаскивают, а разрезу пополам. Зернышки выковырну и на терке тру. Вот сколько, видишь, вот отдельно капуста вот она лежит. Это тоже магазинная. Это мне необходимо для желудка. Это как лекарство. Это я принимаю. Ну вот все у нас. Сегодня, если не ошибаюсь, наверное, 20 число. Да. 20 апреля 2023 года, четверг. 5-й день, как разговелись. А суп рисовый. Картошка, рис. Вот так. На рыбе основе. Ну все, давай-ка все. Сюда мне не выключай. Наливай. Вот у нас 2 термоса. Вот такой завтрак. Завтрак обычно в 7 утра начинается. Встаем мы в 4:40. В 5 начинается общее моление. Такая жизнь наша. Вот так.
Все. Все. По славу Божию. Так, держи. Там надписи где-то показать. Я сейчас, вот растительное масло, смотри, как я его лью. Мне прописаны необходимые. Видите, какое лекарство? Не таблетки, а все свое. Ну, тут мало это пряники, это уже с чаем, когда пить. Ну и все, можно сказать. Это сегодня у нас завтрак. Все, слава Богу. Да, аллилуйя. Слава Богу.